Элекс, Элекс, я здесь. Какой план? Подписывайтесь на канал, колпашьте колокол. Весьма вам благодарен. Вам не трудно, а нам приятно. И всем привет, и снова вы на канале шоу Easy Games. И мы, ребят, с вами продолжаем играть Звездные войны, Джедай. И посмотрим, что у нас будет в продолжении во второй серии. И чё, мы не будем медлить, и мы летим на другую планету. Полетели! И вот, ребят, мы уже с вами начинаем продвигаться, только почему-то оно горело, уже не горит. Ладно, сейчас заново сейчас поставим. Куда отправимся? Уже вчера же показывали куда. Вот сюда. Блин. Не это. Вот это. Но... Наверное, тяжело видеть, как всех твоих друзей расстреливают. Ну, то есть, истребляют или что там. Что? Я слышал, разговоры помогают. Ребят, что такое творится? Да, было тяжело. Но нужно принять это, а не вычеркивать. Вчера показывал, что можно сесть за штурвал, полететь. И делать все, чтобы они не повторились. Да хорош разговаривать. Видишь, я тут разговариваю, перебиваешь ты меня. Я и не уверена. Поэтому важно адаптироваться. Будь то план или идея. Мы все должны быть готовы меняться. Это любят они. Приготовься, парень. Начинаю посадку. Как всегда, начинаю я разговаривать, и они начинают разговаривать. Что, ребят, теперь делать будем? Как мы лететь будем туда? Что на... О, загорелось. Ребят, я не смог эти лаги убрать, короче. Меня видюха чуть-чуть не выдерживает. Будем с вами играть с лагом. Походу, эта игра такая багованная. Лагованная. Кэл, будь осторожен. Да, погнали. Опа. Хорошо, что мы там не стояли. А, хорошо, что я туда не подошел. О, молчали. Это что за зверь? Это что за покемон? Выглядит не очень дружелюбно. Да, ребят, сегодня мы не будем с вами, как вчера, полтора часа играть. Сегодня мы так чуть-чуть пробежимся. Посмотрим, как игра лагает. Вот. Мы что-нибудь найдем один. С вами. Сюда. Заходи. Так. Ага, они еще и девиты. Ничего себе. А ну отсканируй. Что это? Так. Нам стопудово туда, да? Эй, прыгай. Не хочет. О, я понял, как сейчас мы. Сейчас запрыгнем.
Оба. Но подходи. Ты не один? Так. Чё, по кругу, что ли, ходим? Туда пока не пойдем. Ова. Чуть промахнулся. О, ладно. Ты нашел что-нибудь, Биди один? Да, ай-яй-яй. Да, ребят, я вам вчера как бы говорил, что я подтупливать буду. Туда пойдем, да? Ой, не пойдем. Так. Мы упали в обратно. Оп. Чё ты не бежишь? Но побежал по стенке. Чё ты не бежишь? Оп. О. Шунус ланн дэни телори олей. Сестра ночи тренируется. Забрали, значит, все-таки сюда бежать. Что это там? Проверим. Ну, давай. Похоже, здесь побывали Зефа. Странно. Вроде заброшенное место, но... Убирайся, джедай. Уходи. Ты ведь сестра ночи. Думал, вы все погибли. Не все. На Датамире тебе не место. Уходи. Я не могу уйти, но вдруг ты мне поможешь. Я... Постой. Я тебе не враг. По твоим действиям не Стой, похоже. Погоди, я же не... Спасибо, ребят, я тоже так хочу такое. Это надо удавать мне. Тихо. Мы можем победить, братья! Тихо.
Тебе не победить, чужак! По одному. Братья! Тихо, беги, беги, втекай, братан, втекай. Он убегает. Да я отхожу отсюда. Ты готов умереть, джедай? Нет. Ну же, бей его! Не надо. Пацаны, мы же договоримся. А ты ничего не умеешь! А-а-а! Ладно. Будем текать. У нас жизнь. А, у нас... Мне нужна помощь! Тихо, беги. Мы тебе не по зубам! Да? Тебе не победить, чужак! Минус один. Точно? Ты уверен? Нет! Вот и минус второй. Посмотрим. Глянем. О, тут можно кувшины задрить, ребята, как разбивать. Вот так подходишь там. На! На! Вообще круто. Пойдем вот сюда, в дверцу. Че, не пойдем в дверцу? Не впускают? Ну ладно. Мы другой путь найдем. Оп! Оп! Ништяк. Жизни пополним. Очки навыка есть. Так, сейчас прокачаемся. Вот это что у нас открылось? Все, прокачались. Еще братья ночи. Ага, я только хотел сказать, что это братья. Близнецы. Давайте по одному. Какие быстрые шиндерахи начал. Чего ты тут стреляешь? Я отомщу за них всех. А можно лук подобрать? Прикольно, а то они как джедаи только с луком. А, я... Отсканируй. Давай отсканируй. Спасибо. Так. У нас тут кувшины. Вот они. Оп. Зависли. Но отвисай. Ребят, мы с вами увидимся, как отвиснет игра. Two hours later. А вот, ребят, мы с вами отвисли почти. Пришлось перезапускать игру. Еще, братья, ночи. Почему мне так уже тяжело с ними стало играться? Я так не играю.
сюда. А, ну ладно. Ну да. Посмотрим. Ну, вроде бы же так же самое все и осталось. А чё они сильнее стали? Икс на паса рубил, теперь, блин, так и получается. А, во. Ага. Стреляй давай. Прячется за твоей защитой. Сюда. Да ты чё ты меня убил? Тебе прич... Всё, лежать. Проверим. Надеюсь, мы подписать не будем. Ладно, не будем разбирать закрыто. Всякие ящики, потому что потом начинает игра лагать. Они так для красоты, в них ничего нема вообще. О, пусто в каждом этом. Чужак! Ух ты! Ну, как же так? Я уничтожу твою защиту! Теперь мне не сломить! Давай! Не будешь совать нос, куда не просили! Умри! Да, ребят, все-таки они пустые. Смысл на них время тратить. Не такой уж ты и мастер. Сейчас я покажу, какой я мастер. Сейчас я покажу, где ты. Покажу, какой он мастер. У-у-у! Мы тебе не по зубам! Ребята, братья! А чё так можно было? Я так не играю. Стим, давай! Тихо. У него стимы. У меня не только стимы. У меня и Original, и Epic Games есть. Я зацепил тебя! Давай! Тихо. Тебе не превзойти нашу мощь. Да. Ты готов? А теперь. Опа, на. Ну-ка, посмотреть, что там. Погоди. Что это? Нафиг не перестраски. Ух. Всех нас не остановишь. А чё ты не отбиваешь, а? Давай, отбивай. Только в них давай. Касатик. Касатик. Ну. Вот касатик. Куда ты отбиваешь? Все-таки нам туда. А чё он в них не попадает, а? Ну, попади в них. Вот как
управлять, да? Я нанес джедаю удар! На помощь! Стив! Так. Ну, блин. Идем на него! Беги, братан, давай! Грозись со мной, срок! Во! О, что ты раньше вник? Не отзывал. О, блин. Ну, опять с этим драться. Вариантов никаких. Противник! Ой, тут еще таракан. Ай. Он ранен. Я зацепил тебя. Старайся лучше. Слабо. Ничего, я справлюсь. Я не хочу. Прямо. Я отомщу за тебя, брат! Все, ребят, приехали. Я знал, что справлюсь. Молодчага. Вот она, ребята, наша первая смерть. Ну, по сути. Не считая те вчерашние. Но тоже обзорчик же был, правильно? И чё, по новой сейчас со всеми драться? Да ты что? Я вижу тебя, чужак! Неплохо! Как тебе это, джедай? А как тебе вот это? Я остановлю тебя! Бей его! Так. Так. Я тебя уничтожу! Тебе не хватает уверенности! Я забыл, что они же из угла выскакивают. Так. Время для Стима. Признателен. Так, секунду.
Сейчас тут выскочит. Ну, выскакивай. С тараканом, да, который. Ну давайте. Что у нас получилось в этот раз, ребят? Эй! Ты нашел что-нибудь, Бедядин? Так, ребят, а можно же сделать вот так вот. И можно сделать вот так вот. Так. Оп. Не. Теперь ништяк, я думаю. Сейчас тут выскочит по-любому. Ну. Ну. Нет. Все, больше никто пока не нападает. Так. О, класс, получилось. А, это та дверь, которую я открыть с этой стороны не могу. Все, я понял. Это, короче, обещаешь себе, короче, путь, чтобы назад возвращаться. Сейчас улучшим. Ребята, вы это видели? Ставьте лайк, это заслуживает по-любому лайк. Да ты что? Вот это вот теперь меч. Так. А все? А, во. Чик. И сейчас мы, ребята, его же как улучшим. Ну, зеленый цвет у нас так и остается. Здесь одно у нас. Так. Нет. Вот такое или вот такое? Все-таки вот такое. О, прикольно. Это да, а теперь опять посмотрим на вот это. Да, вот так покруче будет, да? Ништяк. Так, ребят,
вами прощаться после этого. Я с вами прощаюсь. Кто еще? Ребят, я с вами прощаться не хочу, но на вот этой мы пещерке с вами будем прощаться. А вы не забывайте подписываться на канал, кто это еще не сделал. Ставить лайки и дизлайки, кому как нравится, это помогает продвижению каналу. И подписывайтесь в группу ВКонтакте и на другие каналы, все ссылочки, правильно, в описании. Да, ребят, и не забывайте про колокольчик, он вам оповещает, когда выходят новые видео. Ну и всем удачи, и всем пока, и да, будьте здоровы. Hey, bro, where you from? What's your sign? I'm from Russia, it's a post, you sister. Hey, bro, where you from? What's your sign? I'm from Russia, it's a post, you sister. Hey, bro, where you from? What's your sign? I'm from Russia, it's a post, you sister. Hey, bro, where you from? What's your sign? I'm from Russia, it's a post, you sister.